Всем привет! Привет, меня зовут Даня. И сегодня мы будем открывать разные прикольные штуки. Давай посмотрим, что тут у тебя есть. Вау. Так, что это, ракеты? Да. Ракеты молния Маккуин. Откроем их первыми. Да. Ух ты, все вывалилось. Что у нас тут есть? Вау. Маленькие ракетки и пусковой механизм. Ой, улетела! Внимание, запускаем. Ой, куда она улетела? Вон она. Ух ты! И давай. Ой, прямо в меня. Оп. Ой, смотри, у Даника все ракеты в бок. Опа, оп. Я даже не успеваю. А, ты специально делаешь в бок, чтобы она летела. Опа. Ой. Ой. Мама, ракеты летят в космос. Да, действительно. О, Аню, ты улетела. Вот это да. Даник там механизм разбирает, собирает. Раз, два, три. Ой, она на дереве застряла. А теперь откроем Ваньку-встаньку, да? А это у нас губка Боб с его лучшим другом, звездочкой Патрика. И здесь внизу этого Ваньки-встаньки есть утяжелитель, которому Ваньки-встаньки не дает упасть. Ну, его нужно надуть. Ну все, твой Ванька-встанька надут? Да. И что с ним можно делать? Его надо приложить к земле, да? А ну-ка. Встает. Опа! Ух ты, уже дольше лежал. Даник. Можно еще так. Как? Вот так? И вот так. Ой, смотри, он лежит. Он лег отдохнуть. Головой. С разбегу. Ну все, отдыхай. И что у нас осталось? Что это за штука? Можно посмотреть? А это оригинальный огромный супер шарик. Что там? Клееночка. Ух ты! А это для чего? Что это такое? Ух ты, какой длинный! Ты посмотри! Вау! Что это такое? А это такой рукав, в который надо набрать воздуха. У тебя получилось! Все, мы его надули, зацепили вот этой вот штучкой. И что у нас получилось? И у нас получилась вот такая вот огроменская надувная палка. Класс! Куда ты пошел, Даник? Как меч. Класс! Ой! Что происходит? Сражение! На меня нападают! Анюта, защищайся! Бабах! Бабах! Даник нападает! Нет! Все, меня победили. Оп, все. Если вам понравилось видео, смело ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Пока.